Good evening, my dear friends, my dear fans. Вот, сегодня мы в очередной раз покажем гайд на Рикимару в миду. Не только гайд скилл, как надо играть, как надо действовать, когда играешь за такого замечательного персонажа. По моему мнению, это сильнейший герой в доте. Вот. Ну, на самом деле, конечно, раз на раз он не сильнейший герой доты, но я считаю, что для тимы и, в принципе, так вот там даже в миду отстоять, там пойти по лайнам, погангать, поубивать, повырезать саппортов, это, наверное, такой самый полезный герой, скажем так. Во-первых, он заставляет, да, противников, а именно саппортов, противоположной команды, покупать сентри, досты, то есть разорят, одним словом, да. Вот, плюс, я еще раз повторюсь, что он очень хорошо вырезает саппортов, очень хорошо вырезает саппортов. Так, сейчас отодвинем мою рожу. Вот он. Ага. Чё-то этот полудурок наш этот демоне, блин, не просрал, блин, обсервер мой, который я, блин, потом и кровью зарабатывал. Кстати, как вы видите, я сегодня играю в футболочки Спайдермена, тишорт Спайдермен. Вот, она, очевидно, придаст мне силы. Получая чутье, получая силы. А с получим чутьем и получая силой, я, естественно, непобедим. Так, путь собрался хукать, непонятно кого. Хорошо, что меня не хукнул. Так, дособираем Race Band. Потом, естественно, мы собираем костыль. В принципе, закуп стандартный. В этот раз у них будет тяжеловато, так как, в принципе, у них все такие, ну, прямо скажем, злоебучие герои, да? Простите за мой французский. Которых очень тяжело убить. Тот же Undying, тот же Morph, тот же Doom. А вот тот же Шторм. Ну, блин, реально всех. Ну, более-менее Венгу можно там выпиливать. Но, опять же, смотря что за Венга и насколько ее расфидят. Я, кстати, не знаю, у них Венга. Так, надо чекнуть. Так, у них Морф стоит. Undying, походу, у них пятерка. Да, Венга четверка. Все, я понял. Ну, Undying ходит, помогает, понятно, там. Ну. Надавали пас раке. Спасибо, Пуджик. Пуджик хорошо отреагировал, умница. Какое-то видно не нубло. Кстати, ага, окей. Так, надо будет чекнуть профиль шторма, посмотреть, что это вообще за огурец. Что это за перец. Отойди, я попробую, можно. Ну, попробуй. Окна попробовала. Троих родила. Ну и чё там? А, у меня второго нет, мы не зашли. А, второго нет. Ладно, я ушел. Да, иди. По-добру, по-здорову. То только экспу меня тыришь. Это чепушило уже третьего, блин. Так, надо принести себе предметики. Так, шторм там пыляет направо-налево. Вот, наверняка, понятно, он копит на ботл. Ботл — это то, что он купит прежде всего. Ух ты. Ну, шторм должен отъехать, я думаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Откуда он чепушило взял эту штуку? Специально подрался, потому что думал, что он точно отъедет. Ну нет. Так. Выпуливал. Где-то моя кура-инвалид. Принесла мне предметы. Спасибо. Так, берем сентри, берем тангусики и снова в бой. Так, отдали ФБ, да? А, нет, не отдали мы ФБ. Замечательно. Это немножко ответственность меня снимает. Ну, шторм неплохо так пыляется. Больновато бьет. Тю-тю-тю-тю. Так, работал он. Ну, Рикин, я сейчас смогу куплю, попробую к тебе прийти. Ну, давай, попробуем.
На самом деле, блин, лучше бы он не приходил, этот жирный. Чё толку бесполезного? Бля, загнал его. Ну, хуканиш, отлично. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Давай, ты опасен. КПП подержу. Подержу, подержи. Так, Андайн пришел, да, с руном. Заберешь? Спасибо. Хорошо. Какой пуч попался хороший, прям, блин, с таким пуджем грех не выиграть. А, дядя. А мы сейчас ботл не дадим взять тебе, шторм. Петушара, ты жирный. Ага, все, осади коней. Так, ребят, наверное, вы устали меня слушать. Сейчас надо включить замечательную музыку, под которую я буду продолжать рвать пукан этому шторму. Который еще не знает, с кем решил сразиться. Так. Тун-тун. Рики, ты что говоришь? У меня ТП есть. Ага, хорошо, спасибо. Выполняю. Что, говорит, нормально все, блин, что мне говорить? Ну, шторм что-то тут пытается, какие-то жалкие потуги. Что-то у него маны вообще не расходуются, я что-то, может, не знаю. Может, ему там понизили, что у него вообще теперь скиллы без расхода маны юзаются. Что он так нехило-то напуливает. Так, вот костыль мы дособирали. На следующем Orb of Corrosion, да, покупаем. Однозначно. Так, шторм готовит очередную засаду. Петушара. Давай, вышечка по голове шторма настучи там. Какой наглый шторм, какой наглый шторм. Какой он наглый. А чё, дальше не идёшь, что? Без маны, давай. Хорош. Хорош, хорош. Так, ДДшечка, заберём. Зомби убьём. Бегу, бегу, бегу. Давай, готовлю. На всех парах лечу. Словно шепот. Что он твой? Хорошо. Да, хорош. Нормальный ганг со стороны Андайна. Да, ребят, ну с таким пуджем грех не выигрывать. Так, надо включить музычку, под которую я буду куканивать соперников. Что вы от меня уже устали. Так, ломаем сентри. Ага. Писюнамба тебе. Что? Бля, мне бы шестой не был, или быстро. А, что это было? Хорош. Так, ну я убежал. Как я меня пуджик выхукал вас. Да, главное, что я выжил. Пуджик знает, о чем говорит. Я выжил благодаря паучьему чтию. Предложил сюжет. Что ж, фокус и ложь. Взрослые знают умы. Все же для них тайны мои необъяснимы. Просят они нас обмани, чудо хотим видеть мы. Как и первый вкачал, пока он не уходил. Да, вкачаю, не переживай. Пуш, короче, просит меня, говорит, тучку вкачай, чтобы мы убивали шторма. Ну, с шестым. Так, здесь нету, кстати, шторм улетел. Надо сказать об этом ребятам. Ну это...
мы все равно скажем, что тебя нет здесь. Понятно, тут стоит в центре. А вот оригинал. Оригинал вернулся, все окей. Необъяснимы. Просят они нас обмани. Чудо хотим видеть мы. Выхожу из тьмы. Атятя, атятя. Смотрите, мы сейчас пока сделаем шторму. На, хотел добить, я тебе помогу, братишка. В чем проблема? No problem, брачо, брачо. Что ты, что ты? Сорян, ребят, шиза порой овладевает мной. Видите, я даже стихами заговорил. Это все благодаря паучьему чутью и так далее. Теперь вы видите, кто по-настоящему скрывается под личиной Человека-паука. Это не Питер Паркер, как все могли подумать. Так, штормик улетел. А вот и прилетел. А вот мы его сейчас и примем здесь, и обосым. А он обосрался. А вот и ДДшечка, а вот и пиздец, а вот сейчас попробую скилл показать, убежать, а вот не получается, и походу я умираю. Ну, слишком, ребят, много окружили втроем шакалы. Да. Все покупается и продается. И жизнь откровенно над нами смеется. Мы негодуем, мы возмущаемся, но продаемся и покупаемся. Амар. Много лет размышлял я над жизнью земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последняя правда, открытая мной. Золотые слова Валимана Вася. Тун, ту 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 тун. Что там у нас с штормом? 10-й левел. Это что там, сбой какой-то, глюк в доте. Шторма 10 левел. За что, Валимана Вася? За то, что он дайн не выкисал. Рядом с ним стоял. Атя-тя-тя. Я буду жить. Ай, нет, до куры далеко. Шторма осадил, а то он там в себя поверил, чепушил. Вообще ж думал, неубиваемый, что ли. Я еще узнаю, с кем решил сразиться. Фига себе, там что-то это. Венга вышла. И ушла. Вкус победы. Сейчас Венга почувствует вкус чего-то другого. Но победы. Сейчас я дам почувствовать. Так, ну на 10-м таланте, ребят, берем также плюс 20 к скорости. Играем на чили, на расслабоне. Сильно я не напрягаюсь. Вот, если бы, естественно, я хотя бы задействовал половину своих возможностей, тут бы уже ГГВП было. Ребята бы писали, ливали, плакали, тут бы были слезы. Возможно, даже суициды бы зафиксированы были, случаи и так далее. А оно нам надо, оно мне не надо. Так. Фармим спокойно, шторм обосрался, ушел. Возьми Рики, там никого нет. Все на низу. Ну, Рики, с Рики такой себе пушер, конечно. Пуш говорит, сноси Рики, мид, что ты ждешь? Там всего лишь, говорит, у Тавара вообще полностью 1800 хп. Нога человека сюда не ступала. Вот. Так, пока я сношу по поручению Пуджа, включим музыку. Ай, бада-бада, уся мурадиды. Все, ГГВП. Все, я за Пуджа, говорит. Сноси, ёпта, говорит. Не переживай, Рики, все нормально. Они все здесь, говорит.
Они все здесь, говорил мне Пуш. Не ссы, Рики, сноси, там никого нет. Но, блин, подъебал меня жирный все-таки. Собака. На самом деле, ребят, я музыку включал там. Я же говорю, я играю на расслабоне нормально. Сейчас все равно выиграем, несите. Сейчас я чуть-чуть включусь и все. Кирю Хайси. Тогда нику типа. Чё там, ТП никто дать не хочет, подраться, нет, там такое желание. Эти люди. Парни, бывайте на Садафе. Я понял. Короче, не хотите играть, да, ребят? Только Пуш и я играем, походу. Окей, я вас понял тоже. Все, ребят, дауны попались конченые. Ой. Чё ты катаешься, дебил? Хорош пузырь. Я бегу, бегу. Чё дальше, давайте убиваем, а не наши. Чё, отойди, ты попасть не можешь. Где тебе радик стоит? Ну, огрызнулись так, чуть-чуть. На самом деле, могли до этого не доводить еще раньше включаться. С Урсой тем более, я не знаю, что Урса там. А, Урса через БФ. У него на 16 минуте ни хера нет. Думал, так, понакладывался всякой херни тут, позакрываем, ломаем инвиз петушаром. Уходим. Только пришли, уже уходите, ёпта. Вы чё, ребята, оставайтесь. Вот это дурачок катается, сейчас его там оставят. Покатался, отлично, молодец. Окей, Диффуза. Дикия. Там его не убьем. Я понял, блядь. Ты лучше в тройку дальше по фанитам. Еще когда говорил, ты идешь за... А, тебе Диффуза еще нету? Блин, ну как Шторм выжил? Блядь, сука, мобильная падла. Там 20 вардов, все в вардах, ну его нога, туда даже лезть опасно. Усла, не хочешь помочь? Так вот, возможно, давай. Давай, Диффуза, где вы? Вот, все. Защищайся.
Вот собака, блин. Пару ударов еще и пропала. Так. Жертва. Жертва смерти. Ха-ха-ха-ха. Так, шторм там какого? 14 левела, как и я. А чё такое? Уже там был, там впереди планеты всей. Ну, это все, скилл, ёпта. Сейчас мы этого мудила убьем. А, уже убили. Сын шалава убил. Сын шалава. О-о. Засада, мана. Тут еще обсервер упал, вообще отлично. На юже не дрались. Набирает превосходство. Да скоро господствовать буду. Превосходство это только начало. Я, блин, да тут уже предметы, будь здоров, конечно. А сколько у него там маны? Текаем, текаем. Мы будем жить. А у него там досты. Смотри, если на меня сейчас может запрыгнуть. Хорошо, там давай убей на меня. Бля. Да, Марфа вообще бесполезно бить. Неубиваемый персонаж. Пульч его только он должен жрать и убивать будем. Урса у нас не играет вообще, какой-то пассивный урса. Такое ощущение, что не урса, блин, а магина какая-то, я не знаю. Так, кстати, можно взять предметы. Ну вот, повеселей. О, вот это скилл у Пангольера. Что-то штор фигню какую-то сделал. Да, вообще там бесполезно. Вот. Там уже у него скади, походу. На подходе. Так, ребята, конечно, нафигели знатно. Парни. Нормально, надо. Тавр какой-то сбить. Давай. Отлично, отлично. Все, уходим, уходим, там бэк. Тут явно вижен, блин, маны нет. И Shadow Demon собрал какую-то шляпу. Ну, пофармим, чё. Ещё вернулся, убил. Да была мана, кстати, я бы ещё больше перебил. Маны нет, нифига.
Shadow Demon собрал какую-то туфту. Зеленый тапок, блин, саппорт. Ёпта, ну собери ты, блин, сраные арканы, хотя бы единственные в тиме, что были. Что за чепушило? Так. Так, я 17 левела, Шторм тоже 17 левела. Так, Шторма может попробовать выцепить. А, у него арчит есть. Вот так вот, валим она, Вася. Скилл же есть. Можно, можно убить. А арчит Вася в тучке-то не работает. Вот, вот еще одна жертва идет. Вот так вот. Жертвы, валим она, Вася. Смотрите, я был 17, Шторм был 17, я Шторма убил, он стал 18, я 19. Я хуй знает, как это работает в доте, реально, чуваки. Или он там два крипа после появления убил и уже все апнул левел. А мне, чтобы апнуть левел, надо двоих в соло убить. Причем я же в соло убил без поддержки. То есть, кто не знал, да, то есть, когда убиваешь там в пати с кем-то, то там опыт распределяется. Если ты убиваешь соло, то тебя, естественно, больше опыта капает. Не морф у меня, парни, парни, парни. Парни, будет хелп? Оп. Да хелп, хелп. Хелп, хелп, хелп. Хелп, 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 хелп. Хелп уже рядом. Все-таки догнал этого бомжа. Хотя вроде тучку успел дать. Так, юзаем манту стайл, да, чтобы быстрее пушить, потому что беречь особо нет времени, нет смысла. Так, пойдем теперь крипочков подфармим. Так, ну у них играет, блин, этот морф, естественно, мы соберем скади, мы же не дебилы. Вот. Скади или баш, но лучше скади, я считаю. Как раз, чтобы у него не регенерировали жизни. Так. Замедло, минус реген, вообще ништяк. Скади тут прям залетает аж бегом. На 26-й минуте первый рошан, что ли? Или второй уже? Я что-то прозевал вспышку. Надеюсь, что второй. Тридцать один. А так проигрывали там вообще в кашу, там, я не знаю, перефарм, наверное, был бешеный. Кстати, морсом скади дособирал, мне интересно, или он вообще не скади собирал. Он мог, в принципе, манту собирать. Мог легко. Но я бы на его месте скади насобирал. Так, сейчас устроим засаду, ребята. Вырежем кого-нибудь. Там Андайна, главное, вырезать и все, бомжа. Кинем тучку для подстраховки, чтобы никто не вылетел. А то, как там в той известной присказке, вдруг откуда ни возьмись появился. Ты дедись. Да. А, меня что ли выпукал? Путь что-то прям на меня везет. Я ж потерялся на мгновение. Ходим. Вообще какая-то шляпа получилась. Ну я хоть убил этого опиумного монстра на шторме. 18 левел, я 22, кстати.
Что-то непонятное исполнил Урса, влетел один в десятерых, там такой чувак. То пол игры ходил, там где-то сался, блин, в кустах до 20-й минуты боялся выйти. Тут купил, блин, Губаш и БФ и решил, что он монстр. Кстати, он линку насобирал вообще. То есть я не Скади, не Манту, а линку. Ну, линка, что-то от Пуджи, что ли. Ну, хер знает. О, хороший предмет, заберем его себе. Очень хороший предмет. Он придаст нам силы. И так далее, и тому подобное. Подсадники света Кукрыникса будем натягивать, продолжать натягивать пуканы. Пуканы. Так. Этой ночью все особо. Полный месяц не уснуть. За спиной дышит слово. Слушай, то крутней. Песня всадников праведных дел. Коня оставляя позади лишь пепел. И парни не созданы чувствовать. Ледяная душа не болит. Это под ногами путь. Ай-яй-яй. Война пустит. Выбирай чужие лица. Вот так, ребят, пришел, увидел и убил. Стояли там, сиськи мяли. Видели, да, кто в Венгу первый влетел и инициировал этот файт? И мидер Вася, и тройка, и саппорт. И принеси, и подай, и выиграй. Ой, ну, о, Пангольер проснулся, представляете, чепушило там. Сосал, блин, 3-11, на линии сосал у Морфа там по самой гланды, я не знаю. Там бы какая-нибудь Тори Блэк там, или кто там сейчас из порных звезд, позавидовали бы, ёпта. А сейчас кидает там еще, блин. Ой, типа, это вот чепушило. Откуда такие грусы, ну? Тебе Рики с Пуджем могу выиграть. Сейчас мы по Тане Злобного Гения поймаем шторма и убьем его. Танец злобно. Вот, ребят, как я сказал, по Тане Злобного Гения в поймам убьем. Что получилось? Поймали и убили. Лавка Чикрак. Жизнь между строк. Думал, мы убили, парни. И потому открыт ему незримый путь в любую суть. Танец злобного гения на страницах произведения. Эта игра без сомнения обреченных ждет поражение. Обреченных ждет поражение, ребят. Как много смысла в этих слов. Ах, слов ах. Так, ну а наши там пушат низ. Я, по-моему, с большей скоростью пушу мид, как ни странно. Хотя Рики вообще не пушер. Так как игра закончится опять быстро, я куплю просто дизолятор. Баттерфляй уже покупать смысла нет. О, шторм появился. Надо пойти. Ну там что-то поначалу такой дерзкий был, там убивал что-то. Смысл темы всей. Эй, танец злобного гения. Ничему жизнь шторма не учит. Ничему. Он думал, арчит не контрится. Да просто собираете, ребят, манту против арчит и все. И... Вообще манта полезный предмет. И досты сбрасывать, и многое другое, и стан, и пердан, и так далее. Универсальный предмет, который помогает, и так далее.
То есть видели, да, игра поначалу, может кому-то из вас показалось, что не задалась, но все было под моим контролем, потому что я чувствовал, паучье чутье подсказывал, что мы все равно победим. Паучье чутье уже есть. Так, Ванова-Ливанова, сейчас мы еще кого-нибудь заберем. Ой-ой-ой, тут они уже все, а тут засада, а сейчас будет больно, и пуч там пукает и убивает. А вот смотрите, как мы вырезаем. Как мы всех повырезали, всех поубивали. Ломаем эту тамбу. Поражение! Тю-дю-дю, ля-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 ля. Вновь гения на страницах произведения. Кстати, ребят, это была моя юбилейная победа, 850-я за Рики. Так что поздравьте меня. Вот. Похвала от сына Шалава 1, сын Шалава 2. Неудивительно, что эти дурачки играли. Как бы уже на самом деле, да, Пуджи красава. Пан Гольер очень слабый, не знаю, зачем Пуджи его тянет. Вот, 27-7 у меня, Шторм 8-13-4, просто просрал в щи. Вот, 40к дэмэджа нанес, больше, чем даже на Урса. Не зря он так назван, повторять я этого не хочу и не буду. Спасибо, ребят, за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Напоследок что-нибудь поэзию, да, давайте Омара Хайяма расскажу. Так. Чё б такое, сейчас вспомним, просто много знаю всего. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик, как дождь идет. И как снежинки тают. В обыкновенном видит простоту. В запутанном сложнейшие решения. Он знает, как осуществить мечту. Он любит жизнь и верит в воскресенье. Он понял то, что счастье не в деньгах. И их количество от горя не спасает. Но кто живет синицей в руках, свою жар-птицу точно не найдет. Кто понял жизнь, тот понял суть вещей. Что совершение жизни только смерть. Что знать, не удивляясь пострашней, чем что-нибудь не знать и не уметь. Омар Хайям. Да пребудет с вами при исполнении благодать, бесконечное вечное, вдохновение, воодушевление. Всех вам благ, здоровья, всего хорошего.